великой дате, столетию культурного комплекса «Корабел». Сотый юбилей встречает, целый век несет искусство в мир наш «Корабел». Стойкий Севастополь песней, танцем славит, крепит души верой и успехом дел. Я, ты, он, она, вместе целая страна, вместе дружная семья, свой мы, 100 тысяч я, больше 20 огоны, черных, рыжих, белины, грустных и веселых, городов и сел. Мероприятий.
участников, 95 участников, 95 тысяч участников и зрителей. Прошу вас осмотреть оригами. Здравствуйте, гости! Проходите, не стесняйтесь, оцените прекрасные работы! Оцените своим взглядом, насколько это великолепно! Вы только посмотрите на эти детали! Как это все красиво сделано и с душой! Не проходите мимо, посмотрите! Что присутствует сегодня на замечательном празднике столетия Карабела. И хочу отметить, что уже более 10 лет наш Дом культуры входит в состав этого замечательного коллектива. Я проработала в этом Доме культуры сначала художественным руководителем, а потом заведующей почти 40 лет. И годы пролетели, в общем-то, незаметно. Но если начинаешь вспоминать, сколько было всего сделано, сколько концертов, сколько вечеров, сколько выступлений агитбригад в полях, сколько выездов. Жизнь, в общем-то, была полноценная, наполненная радостью, наполненная творчеством. И я рада, что, наверное, всю жизнь я старалась дарить своим творчеством радость людям. Но вы и после этого много исполняли песен. Мы вспомним это прекрасно. Да, ну я как-то это, наверное, в душе. Я буду всегда, сколько могу, буду петь и участвовать в всяких мероприятиях. Капелла. Вот тоже мы в Таллине с капеллой. Вот здесь вот она. В Таллин ездили, да? Да, мы ездили с капеллой. Нас совхоз отправлял каждый год в туристические поездки, поощрял всех участников капеллы такими поездками. Вот наша капелла. Вот она, пожалуйста, посмотрите. Вот тут Татьяна Ивановна где-то тут стоит. Вот она вверху. Вот здесь. Вот что вот так. Сейчас идет реконструкция парка вокруг Дома культуры. Но этот парк в конце, ближе к озеру и дороге, там, где памятник Ленина, он заболачивается. И жители Любимовки очень обеспокоены, решен ли этот вопрос отвода вод с этой территории в тот канал, который соединяет озеро с рекой Бельбек. Но сейчас я вам покажу сюжет. Я прошелся по той территории, специально посмотрел заболачивание. Там говорили, что уже канал прочистили и что вода будет выходить. Ну, как это будет выходить, сейчас все это увидите. Вот тот самый канал, который соединяет это озеро с морем. Но он зарос полностью. Сейчас пройдусь немножко, хотя бы метров 200 вперед, тогда проверю, где он почищен. Пойдем по правой стороне до мостка. Сейчас дождей нет, поэтому здесь как бы воды нету. Ну, видно, что она была, но сейчас нет воды. Ждем первых ливневых дождей. Ну, я пойду по этой тропинке, что вдоль этого канала, так называемого. Да. В районе тут получается две канавы. Вот она, видите, выход туда и выход в общий туда. Две канавы. Вот до этого места она почищена.
Ну, это в пределах где-то как раз на траверзе памятника Владимиру Ленину. Здесь продолжаются работы. Сейчас мы пойдем посмотрим. Попробуем перепрыгнуть на ту сторону и посмотреть, что тут дальше. Только надо найти поменьше места, где перепрыгивать, вот поуже. Вот там вот. Но основной канал, который соединяет озеро с морем, не чистился лет 100 назад. Чистился, наверное, последний раз лет 100 назад. Все заросшее. Пойдем дальше, посмотрим. Смотрим, вот здесь, да, тоже почищено. Выход есть оттуда. Сегодня 12 декабря, День Российской Конституции. А народ продолжает работать. Ну вот, здесь уже канал не чистили. Тот второй, который идет параллельно первому. Вот он, видите, в воде, заросший весь. С которого должна вода, в принципе, собираться, как я понимаю, вот с этого заболоченного участка. Вот этот канал не имеет прямого выхода в тот канал, главный. А он идет вот так параллельно ему, практически до самого Дома культуры. Но здесь он не почищенный. Соответственно, и уровень здесь его выше, чем уровень вот там, где мы были сейчас. Соответственно, вода с этого вот заболоченного участка уходить не будет при ливневых осадках. Ну и мое предположение, что Владимир Ильич Ленин, не будем говорить, что он находился, будет находиться в разливе в селе на Финском заливе. Но возле него водичка должна быть. Судя по обстановке, знаю законы термодинамики, гидродинамики, извиняюсь. Можно сделать вывод один, что при ливневых осадках вода отсюда уходить не будет. При напитавшемся в грунте она будет на поверхности. Хоть они и подняли дорожки на 50, еще на 300 до 60 миллиметров подняли, но это не спасет. Будем считать, что у нас не будет, как в Америке, ураганы и ливни. На этом все. Сегодняшний обзор. Специально еще раз прошел вдоль канавы, посмотрел водоотвод с территории парка возле ДК Софьи Перовской. На этом прощаюсь. До крепких ливней. Или давайте так, до сдачи объекта в эксплуатацию. Они обещают к Новому году. Хотя работы еще очень много. Осталось всего 2 недели. Это наш парк. Вид из космоса. Если не полениться пройти по нему, то можно увидеть следующую картину. Вот так протекает канал, который соединяет озеро с рекой Ильбек. Вот так идет второй канал, параллельно ему, по которому сбор воды был с заболочиванием. Вот так еще 2 соединения было, которые тоже скидывали воду в канал общий. Вот здесь прорыли сейчас, почистили, можно сказать, сбор для сбора воды. А вот эти каналы, они тоже были, но их почему-то никто не видит. Зеленым я закрасил нечищенный канал, заросший. И второй канал, то же самое, заросший. Из того, что я вам показал и рассказал, вывод простой. Сбор воды не организован, поэтому при сильных ливнях дожди будет подтапливать. Воскресенье. Любимовка. Возле правления бывшего совхоза Софьи Перовской. Ярмарка. Сельхозпродукции. И не только, я так понимаю. Ну и конфеты продаются. Рыбка, мясо. Ну и овощи и фрукты. Пойдем купим что-нибудь. Посмотрим, какие цены. Рыба вот, вкусная. Да.
Мы все время берем здесь рыбу. Вот видите, говорят, все время рыбу здесь берут. Да. И я сегодня организовал маленькую очередь. На 1170 набрал рыбы всякой, да. Так что рекомендую. Вот. Дед, как и я, когда-то своих внуков тоже обучал блинчики бросать. Вот так от старого поколения молодому передается знание. Дед в детстве кидал блинчики, теперь дети, внуки. Молодцы. Наша речка продолжает свои причуды. Вот как бы русло, которое впадает в море. Но тут оно вдруг разделяется на две части. Это, помните, я вам показывал в предыдущем серии. Было второе русло, которое на моих глазах заилилось. Оно полностью уже исчезло. А то первое русло вот такое вот там вот. В горах видно дожди были, вода бурно идет. А речка пошла вдоль берега. Теперь к рыбакам к этим мне не подобраться. Они на той стороне реки. Видите, как у нас сюжеты сворачиваются. 12 декабря, день Российской Конституции, неправильно сказал, день Конституции Российской Федерации. И вот наши рыбаки нарушают права рыбы. Она, можно сказать, празднует сегодня тоже, а они ее ловят. Ну ладно. И вот мы смотрим наш пляж Любимовка. Рыбачки у нас, день Конституции, у них своя работа, своя Конституция. У них главная наживка, заброс подальше и чтобы клевало. Вот уже двое клюют. Празднуют Конституцию. Ну это нормальное явление. Где-то снега, а у нас плюс 15. Сейчас солнце заходит. Капусту уже поели. Цветы как капуста. Еще морозов не было, поэтому розы еще держатся. Но уже видно, что отходят. Новости Любимовки. Суббота, 11 декабря. Ну, хочу автолюбителей порадовать одним моментом. Вот здесь, помню, была арка у нас на въезде в гарнизон. Ворота были. Срезали, но вот это здесь торчали арматуры. Не арматура, а швеллер торчал. На этом швеллере уже я знаю, только я знаю, три колеса уже люди повредили. Наконец-то сегодня приехала машина и их спилили. Да? А это надо обрезать будет, надо фигню эту наконец-то, да, ну, нет? Он... Обрезать будет, да, да. Уже порвали много раз эти самые колеса, порвали люди. Посмотрим, что будет дальше. Пока вот так. И вот с нашего, так сказать, проходной бывшей. Уже траншейки вырыты, все. Здесь должна быть тротуарная дорожка вдоль улицы Федоровская. Нам бы еще отремонтировать кусочек дорожки вот здесь вот. Вот для самолета дорога, что идет к Федоровской 55, 57, 59, 53, 51. По этой дороге все машины ходят, и к магазинам подходят машины. Здесь постоянно в дожди у нас лужи огромные, поэтому асфальт раскисает, вернее, напитывается влагой. Раскисает, соответственно, выдавливает тут землю. Надо это сделать. Но одни отсылают на других. Все в Тотодор говорят, это не ихняя задача, потому что это пошла придомовая территория. Придомовая территория, говорят, то же самое, что это не наша забота. Ну, соответственно, и здесь уже поразбивали дорогу. Асфальт. Хотелось бы, чтобы к Новому году было чистенько, хорошо. Вот как выдавливается, видите, вот. Потому что стоит вода. И вот.